И надо 2 часа стоять. Вот я теперь опоздала. И это еще не час пик. 10 часов утра. Жители семилукских выселок автобус буквально штурмуют. Говорят, водители 59-го ездят как хотят. Пропускают рейсы, а люди ждут автобус 4 часа. Сначала занимают очередь, а если так не смогли сесть, потому что просто не влезли, остаются ждать следующий. Это пока тепло. А дальше что делать? Ездили к врачу записаться на прием. Записались. Спешили на 10, чтобы уехать. Так, подошли. В аптеку надо, к врачу надо. Анализы сдавать надо каждый день. Рано утром мы уезжали в 6, в 7, 6:30. Тогда успеем к врачу. А так мы не попадем на прием. Пока простоим в 3 часа к врачу уже... Рабочий день почти кончается. В общем, осторожно, двери закрываются. После с трудом утрамбовавшихся людей автобус начинает движение. Залезть на этот рейс так и не смогли, человек 10. Они со стоическим терпением будут ждать следующий. Благо пенсионеры, у них хоть есть свободное время. Это просто безобразие. И какой выход-то там нам искать? Что, дополнительно вызывать еще один автобус или что? Автобусы набиваются, там люди даже, бывает, тоже назад не сядут. До выселок от Машмета, считай, рукой подать. Автобус дольше ждать, чем на нем ехать. От конечной остановки завод ГОО до семилукских выселок ехать всего 20 километров. Пока в управлении транспортом жителям семилукских выселок посоветовали написать коллективное обращение с заявлением об изменении расписания на более удобное для них. После этого постараются пересмотреть рейсы передвижения автобусов. Тем временем на общественный транспорт жалуются и многие жители города. Очень трудно уехать утром в часы пик тем, кто живет до нововозведенных микрорайонов города. Жители Борового, Озерков, Шилова, а также окраинных районов Северного занимают все места в автобусах. А те, кто живет ближе, вынуждены штурмовать автобус. Не улучшают ситуацию пробки. Сегодня они были в городе 10-бальными. И тем временем на фоне всех этих передряг в городе еще планируют поднять проезд за общественный транспорт. Транспорт от 26 до 8 рублей предположительно. Олеся Олесюк, Сергей Трифонов, 41 канал.